Мне, как депутату, абсолютно насрать. Дорожают продукты или низкие зарплаты. Сука, жрите доширак. Ух, так студите. Ага. Ой, сейчас бы сюда зеленушечки, да? Перчика. Сейчас бы сюда картошечки бы. Да просто бы соли, что вода одна. Значит, вы хотите у нас работать? Нет, конечно. Просто хочу получать много денег и ничего не делать. О, это моя должность, и, к счастью, она уже занята. Если честно, я уже поставил на вас крест. Ужасно бесит ваше лицо. Так что давайте быстренько пройдемся по основным формальным вопросам. Ваши сильные стороны? У меня их нет. Я полная бездарность, но качественно имитирую деятельность. А еще сальтухи по пьяни. Почему ушли с предыдущей работы? Уволили за прогулы. Кражу принтера, драку с уборщицей. Кто там? Милиция, стойте, поговорить надо. Мы вас не вызывали. Мы проституток вызывали. Нас соседи вызвали ваши. Ну так пусть они вас и ебут. У меня есть одно решение всех проблем. Валера, после того, как ты последний раз проблему решил, мы из трешки в однушку переехали.